Сегодня мы запустим камеру в воздух на кока-коловой ракете. К пластиковой трубе скотчем я привязал 3 бутылки колы. Вот такая установка у нас получилась. Также сюда еще закреплена наша экшн-камера, которая будет снимать ракурс сверху. Добавляем сюда пропан. Все готово к запуску? Ну что, детки, поехали! Просмотрев фрагмент пуска по кадрам, я понял, что нужно жестко направлять ракету. Поэтому, затарившись колой, мы решили повторить. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям мой камеру сюда. А? А? Давай палку искать. Палку? Что-то надо делать, она вот там. Где она? Кто мог знать, что такое случится? Камера не в воде. Но она может уплыть сейчас, фиг знает куда. Чувствую, придется разделиться. Ты будешь гнаться за этой штукой, а я вещи заберу, чтоб не сперли. Давай быстрее. Помочь? Не могу хорошую палку сломать. Но она рано или поздно к берегу должна прибить. Лучше бежим, уже по пути найдешь, слышишь? Она очень медленно плывет. Сейчас я гонюсь за Пашей. Он гонится за камерой. Вроде бы она прибывает к нашей стороне. Объектив даже не залит. Микрофоны в воде. Но я не думаю, что это слишком хорошо. Ну что, друзья. Запуск, можно сказать, удался. Очень удался. Она очень высоко взлетела.